триединый святой день голосования. Совет Федерации назначил выборы так называемому президент. Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской. Теперь этот паршивец Путин не сможет прятаться. Ой, я никуда не был. Еще не назначили выборы. Все, назначили. Баллотируйся.